Словами это не описать. С этой обмяной. Добрый день, уважаемые коллеги по несчастью. Трудно найти человека, который не любил бы вкушать красное или розовое мясо рыбы из семейства лососевых. Однако подавляющее число источников медицинской информации утверждает, что людям, страдающим панкреатитом, красную рыбку кушать категорически не рекомендовано в силу его очень высокой жирности. Но такое утверждение страдает излишней категоричностью. Конечно, в период обострения и даже реабилитации нам с вами желательно совершенно безвредно употреблять в пищу рыбу, жирность которой не превышает 2 грамм на 100 грамм мяса. Это треска, хек, минтай, дорада, судак, щука, речной окунь. Но в период устойчивой ремиссии ощутимого вреда в вашей поджелудочной не принесет умеренное употребление рыбы средней жирности, к которой относятся кита, горбуша, некоторые виды форели. Впрочем, это зависит не только от видовой принадлежности. Даже атлантический лосось, знаменитая семга, если она не выращена в фермерских хозяйствах, в определенный период и может иметь жирность около 6 грамм на 100 грамм, что позволяет ее потреблять в период устойчивой ремиссии. Ну, конечно, очень сдержанно. Реально опасно для страдающих панкреатитом людей лакомиться фермерскими лососевыми практически любого вида. Из диких же видов наибольшей жирностью отличаются кижуч и нерка. Итак, я предлагаю для приготовления этого блюда обрезки любой лососевой рыбы. Почему именно обрезки? Во-первых, это довольно дешево, и к тому же из стейка это блюдо получается суховатым. Попробуйте приготовить так, как я вам предлагаю, и вы убедитесь в том, как это вкусно. И диетично, и дешево, и очень просто. Эти обрезки нужно, конечно, перебрать, и кое-где, где имеется неочищенная от чешуи кожица, нужно от этой кожицы очистить. Работа довольно нудная, но, как говорится, без труда никуда. Хочешь отведать вкусненького – потрудись. Затем чистим и нарезаем морковь и лук. Ставим в отделение пароварки подходящую по размеру посуду. Такую, чтобы между стенками кастрюли и бортами посуды оставался хотя бы небольшой зазор для пара. И укладываем туда сначала небольшой слой моркови и лука. А затем выкладываем кусочки рыбы.
которую снова покрываем небольшим слоем овощей. Посыпаем овощной приправой с солью. Кладем пару листочков лаврушки и слегка посыпаем сушеным укропом. Повторяем те же операции со второй тарелкой для второго отделения пароварки. Затем наполняем нижнюю емкость пароварки водой и даем волю всей своей кулинарной фантазии. Засыпаем в воду все приправы, которые нам нравятся, и все душистые травы, аромат которых хотели бы мы почувствовать. Включаем конфорку и водружаем пароварочное отделение с рыбой и овощами друг на друга и на кастрюлю парогенератор. И ставим все на огонь на время от 30 до 40 минут после появления пара. В середине варки меняем отделение местами. И все, рыба замечательного аромата и фантастического вкуса готова. Итак, пробуем. Очень вкусно. Замечательно вкусно. Мягко, нежно. Вкус лососевой рыбы сохранен. Не очень ароматно. Приятного всем аппетита. Да, и не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Хочется, чтобы все и всегда оставались благодарными людям, которые что-то делают для вас. Кстати, именно для вас, совершенно бесплатно. Доброго здоровья всем!